Единственное визуальное отличие Camry 2.5 от 3.5 – это наличие шильдика и разводка выхлопной системы. К нам часто приезжают эти машины на звук, установку насадок. Конечно, кто-то может сказать, что можно просто заказать вторую сторону, и все будет шикарно. Но на 55-х и 70-х Camry внутри банки стоит клапан, который открывается только при давлении. Если поставить банку от 3.5, то дуть будет только из нее. В принципе, от проделанной вашей работы будет одно недовольство, а деньги вы уже заплатили, и ничего с этим не поделаешь. Поэтому мы вам предлагаем следующее. Вы приезжаете к нам, оставляете свою машину уже через несколько часов. Выхлоп на вашей Camry будет просто огонь. Mm-hmm.